Всем привет, друзья! С вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим еще на одну игрушечку для Android. Это у нас Geometry Dash. Как вы уже заметили, кстати, я пока видео готовил, первое видео готовил к релизу, так сказать. Мне уже, в комментариях там написали то, что посмотреть Geometry Dash. Мы обязательно сейчас на него и посмотрим. Итак, переходим к этой игрушке, и я вкратце сейчас зачитаю, что же это такое. Все-таки краткое описание. Лучший аналог Impossible Game с редактором уровней. Это действительно замечательная игра. Она очень веселая и рвущая нервы. Треплящая, да. Лучше так, наверное, сказать. В этой игре присутствует редактор уровней, и он очень хорошо здесь реализован. То есть я вот даже сейчас сидел, вкратце, так сказать, сидел Дури Майлса, вот. То есть мы можем редактировать уровень, то есть делать его так, как мы хотим, естественно. Вот, ну давайте побольше сюда что-нибудь еще поставим для полноты, так сказать. Вот, так. В общем, надо размещать квадратики, уятики, то есть, ну, я думаю, что вы это и без меня все знаете, собственно, кто уже играл в эту игру, то есть, можно тут же проиграть ее. Да. Да что ты, я не успеваю, прикинь, не успеваю. Специально подставу такую поставил здесь. Да, в общем, вот, вы с редактором уровней все поняли. Так, выходим. Игрушка классная, сразу могу сказать. Есть редактор вашего персонажа. Ну, я поставил вот этого вот, такого вот злобного чувачка. Вот, другого здесь нету. Можно хоть что здесь поставить, то есть выбрать себе любого персонажа. А, давайте вот этого вот выберем. О, да, yes. Красный. Во, как в этом, в мультике, ё-моё. Поехали. Посмотрим на саму игрушку. Я здесь уже пытался поиграть и собственно, вот так вот. То есть у вас потихоньку начинает музыка играть. То есть в зависимости от того, сколько вы прошли. Да. Она очень сложная. Она очень быстрая, ритмичная и очень сложная. Не успеваю. Мне непривычно просто левой рукой играть. Давайте попробуем правой. Жизнь, как там некоторые пишут, жизнь боль. Эта игра то же самое, к этому же относится. Но она, я говорю, она очень интересная. То есть охота саундтрек послушать. Кстати, его отдельно можно скачать, этот саундтрек. Но я не знаю по поводу авторских прав, да что-то то место прям вообще какое-то рвущее на части. Да. Да что ты, что-то... Да, эй! Что такое? Блин. Сори. У меня просто здесь сбилось чуть-чуть. Да, все запрыгало, все забегало, все нормально. Это действительно, знаете, она, если мне память не изменяет, то она есть и на компьютерах. Вот. Но я в такую игру точно играть не буду, потому что я поберегу свои драгоценные нервы. Да что ж ты, ёшкин свет. Вот, в общем, я все саундтрек хочу послушать, конечно, но...
Мне все не удается. Если здесь вот уже легко было. Еще разок. Все, последний раз пробую. Я постараюсь. Я постарался. Скачайте сами, посмотрите. То есть она больших ресурсов от устройства тоже не требует. То есть это такие, знаете, пока мы рассматриваем игрушки, такие, которые не требуют большинства ресурсов, так сказать. О, да я разбушлатился вообще, ты видал? А-ха-ха, я же видел. Мы чуть-чуть не дошли, там антенка была. Вот. Там была антенка, и надо было за эту антенку задеть, и, естественно, у вас бы прошла сохраняшечка. Мы прошли всего 26% от этого уровня. Это просто мизер, маленький мизер, вот такой вот. Скачайте, посмотрите, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, подписаться в группу ВКонтакте, потому что ссылки на игры я буду размещать именно там. А с вами был Карабаш74. Всем удачи, всем пока. Лайки ставь.